Для активного участия в процессе поиска Влада Плохотнюка на международном уровне, а также для того, чтобы государства-партнеры протянули республике руку помощи для возвращения домой бывшего лидера Демпартии, необходимо, чтобы молдавские власти попросили об этом и настояли на международном сотрудничестве по этому вопросу или по вопросу кражи миллиарда в плане возвращения денег. Такое мнение высказал посол Евросоюза в нашей стране Петр Михалко. В последние месяцы мы видели, что сделано очень много, и это хорошо, в том числе международное сотрудничество, которое очень хорошо активизировалось. Эти действия необходимо продолжить, так как только посредством международного сотрудничества нужно решать такие дела, если говорить о банковском мошенничестве и наказании виновных или возмещении активов, сказал Михалко. Ранее представители Национального антикоррупционного центра уведомили Центр международного полицейского сотрудничества посольства Румынии, США и Великобритании в Молдове о том, что бывший лидер Демпартии Влад Плохотнюк имеет еще один паспорт на имя Новака Владислава и ходатайствовали о его поиске на международном уровне и экстрадиции в Республику Молдова.